Лариса Белогурова. Что случилось с партнершей Абдулова по фильму «Гений»? Многим зрителям Лариса запомнилась благодаря роли Насти в детективной картине «Гений». Тогда ее партнером по съемочной площадке стал известный актер Александр Абдулов. К сожалению, эта работа для Белогуровой стала одной из последних. В 2002 году у Ларисы Владимировны диагностировали онкологическое заболевание. Белогурова прошла курс лечения и болезнь затаилась. Больше 12 лет Лариса жила со страшным диагнозом. В 2015 году болезнь взяла верх. Актриса скончалась у себя дома. В тот момент рядом с ней находился ее супруг Владимир Цирков и Абдулов. Много раз до этого он уговаривал Ларису лечь в больницу, но она наотрез отказывалась.